приходом весны наступает пора для одного из самых любимых мужских хобби – рыбалки. Специально для настоящих мужчин свои услуги в Молдове предлагает рыбоводческая ферма «Припечение Розеш». На основе хозяйства, которое специализируется на производстве и разведении карпа, крупного амура и судака, был создан комплекс водоемов для эксклюзивного карп-фишинга. Спортивной ловли по принципу «поймал, отпустил». Из года в год команда специалистов выбирала самых здоровых и крупных особей специально для профессионального занятия рыбалкой. Их кормили лучшим кормом, созданным из экологичных продуктов, а ученые строго контролировали их развитие в течение всего времени. Вес одной рыбы может достигать 16 килограммов. Кроме карпа, вы можете также поймать здесь сомов или щук. В середине марта была проведена сортировка карпа, судака и амура. Часть рыбы пошла на продажу, а самые крупные особи были переведены в другие водоемы для нереста. Это позволяет сбалансировать видовой состав рыбы, обитающей в водоемах хозяйства. Мы отсняли процесс сортировки рыбы, чтобы человек знал, что ему предстоит ловить. Всего на данный момент в озере для карп-фишинга обитает более 3,5 тонн крупного карпа и амура и до 800 кг судака. Вес карпа составляет 8-16 кг, вес амура 9-12 кг. Ловля амура представляет особый интерес вследствие его упорства при ловле. В хозяйстве припечения Розеш есть возможность остаться на несколько дней в небольшой деревянной гостинице у озера. Вы насладитесь звенящей тишиной, девственной природой и полным отсутствием посторонних людей. В номерах есть все. Благодаря деревянному строению летом в домике прохладно, а зимой тепло. Чистота воздуха вокруг заставит вас окунуться в мир, лишенный суеты, где вы даже не почувствуете течение времени. Рыбалку можно считать особым родом медитации. Психологи доказали ее лечебное воздействие на нервную систему. Это хобби помогает отвлечься от мелких проблем и восстановить внутреннюю гармонию с собой. Так что ферма припечения Розеш – это именно то, что доктор прописал. Это отличная возможность укрепить дружественные и родственные узы во время здорового отдыха. Надо отметить, что карпфишинг – удовольствие не из дешевых. Такой отдых рассчитан на истинных ценителей спортивной ловли рыбы. Специальное снаряжение стоит серьезных денег. Однако настоящий ценитель карпфишинга никогда не будет на нем экономить. Гости обязательно оценят условия разведения рыб, а также их размер. Один их вид внушает трепет и уважение к их красоте, так что фотографии на память должны получиться отменные. Кроме того, на территории хозяйства есть еще одно товарное озеро, на котором можно поймать и забрать с собой отличного карпа весом от 300 грамм до 1,5-2 килограмм. Отметим, что клюет здесь всегда. На территории хозяйства можно провести любое корпоративное мероприятие до 25 человек. На территории Молдовы это единственный комплекс такого рода, и его уровень удовлетворит самых избалованных спортивных рыбаков. Он был построен по всем стандартам рыбоводческой отрасли и может конкурировать с фермами такого типа из Румынии. Припечение Розеш – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Ферма припечения Розеш находится за 100 километров от Кишинева, в сторону Резины. Ориентиры, дорожный знак Трифешт и ретрансляционная вышка, где при желании вас могут встретить. Бронирование по телефону 079 90 7701.